Руководитель территории совместно с делегацией администрации Ямайского района побывал в селе Панаевск. В ходе визита Андрей Кугаевский посетил образовательные учреждения, в которых во время летних каникул прошли ремонтные работы. С этой же целью он побывал и в здании врачебной амбулатории. Кроме того, делегация ознакомилась с ходом строительства нового модульного здания МФЦ с площадью почти 300 квадратных метров на улице Обская. Здесь будут расположены сразу несколько организаций. Для каждой предусмотрены отдельные входы. В модульное здание переедут сотрудники банка, почты, МФЦ, ИРИС и Ямалкоммунэнерго. Центр будет оборудован пандусами, а на территории предусмотрена автомобильная парковка. Планируется, что до конца октября все работы будут выполнены и здание начнет функционировать в полном объеме. Это будет таким офисным центром в селе Панаевск, куда человек может прийти и одновременно сделать несколько дел, которые у него запланированы. То есть в одном центре можно посетить несколько организаций и решить все свои, в принципе, ежедневные проблемы. 16 сентября – последний день, когда граждане могут уточнить свое закрепление за избирательным участком и нахождение в списке избирателей. На этих пунктах дежурят члены участковых избирательных комиссий. Сегодня у нас подходило 3 избирателя, уточнялись, находятся ли они в списке избирателей. Да, действительно, они находятся в списке избирателей. Двое из них были, прикреплены на наш избирательный участок 1, на избирательный участок 1304. Сегодня начнется подготовка избирательных участков к проведению выборов. В первую очередь, помещения для голосования будут снабжены всем необходимым оборудованием, которое должно находиться на участке. На входе на избирательный участок 1303 уже установлен металлодетектор. Также здесь будет осуществляться термометрия и санитарная обработка рук. Всем входящим, кто забыл лицевые маски, они будут раздаваться индивидуально, они у нас в полном наличии. Здесь, как и на предыдущих выборах, будут расположены столы, за которыми будут располагаться члены участковой избирательной комиссии и осуществлять выдачу бюллетеней избирателям. Далее по коридору у нас будут расположены кабинки для тайного голосования в количестве 4 штук. Стоит отметить, что соблюдению санитарно-эпидемиологических норм уделяется немалое значение. Участки, кроме масок, снабжены одноразовыми перчатками, ручками, которые будут выдаваться индивидуально каждому. Кроме того, члены участковой избирательной комиссии не первый раз работают на выборах, в том числе в условиях пандемии. В нашей избирательной комиссии участковые 12 человек, все мы в полном составе работаем. Большинство из нас не в первый раз участвуют в избирательных кампаниях, все уже с довольно большим опытом. Все члены участковой избирательной комиссии на сегодняшний день привиты и имеют на руках прививочные сертификаты. В Ярселе состоялась проверка нескольких площадок, 2 детских и 1 для кроссфита и национальных видов спорта. В состав комиссии вошли общественные деятели, представители депутатского корпуса и жители поселка. Цель проверки – убедиться в безопасности объектов. Во время осмотра спортивной площадки особое внимание уделили периметральному ограждению и освещению, качеству покрытия и спортивного инвентаря. Я считаю, что это как социальный объект, как часть социальной инфраструктуры. Я думаю, что и взрослое население с удовольствием будет заниматься спортом и заниматься своим здоровьем. Далее общественники провели осмотр 2 новых детских площадок на улицах Советская и Худи-Сырока. Важные требования, которые предъявляют члены комиссии к объектам – безопасность детей, отсутствие травмоопасных элементов и высокое качество установленного оборудования. По результатам работы недостатков выявлено не было. Все площадки у нас готовы, в принципе, все они безопасные. Ну, я думаю, то, что результат не заставит себя долго ждать. Дети все вокруг радостные, веселые, играют. Даже члены комиссии радостные и довольные. Это говорит о хорошем результате. Продолжается прием документов в Федеральный реестр коренных малочисленных народов. Ямал-Ненецкий автономный округ сохраняет лидерство по темпам подачи документов. На сегодняшний день уже более 16 тысяч заявлений было направлено с Ямала в Федеральное агентство по делам национальностей. Половина из них через многофункциональные центры. До конца года заявления могут направить 3 коренных народа, проживающих на Ямале – ханты, ненцы и селькупы. Высокие темпы показывает Ямальский район. На сегодняшний день заявления на включение в реестр подали 4200 человек, что составляет более 50% от всего коренного населения района. Стоит отметить, что активная работа проводилась в тундре. Кроме информирования населения, специалисты собирали заявления у тех тундровиков, которые по тем или иным причинам не могут приехать в поселок и подать заявление лично. Сейчас у нас уже появилась возможность принимать даже в тундре заявления, то есть за летний период, во время вот встреч нашего главы, недавних встреч с оленеводами, тогда принимали заявления. Также вот еще один очень уникальный
уникальный момент, что у нас в Ехинской тундре бригада из 5 человек занималась просчетом поголовья семей, пострадавших от гололеда. Как раз таки мы им дали еще дополнительную задачу принимать заявления от тундрового населения. Подача документов в Федеральный список коренных народов Российской Федерации стартовала 1 января. Ожидается, что список будет сформирован до начала следующего года. Подать заявление о включении в реестр коренных малочисленных народов можно через многофункциональный центр и у специалистов поселковых администраций. Радостное событие для юных ярсалинцев. Состоялось открытие новой площадки по улице Советская, возле магазина «Стрелец». Площадка представляет собой игровой комплекс, состоящий из различных горок, деревянных конструкций, небольших скалодромов. Каждый ребенок найдет занятие по душе. Для безопасности детей по периметру площадки резиновое покрытие. Ребятишки с удовольствием резвились на новой площадке. Каждый пробовал прокатиться по новеньким горкам, подняться по канатам на башню, забраться по стенке. Она классная, прикольная, даже иногда страшная. Ну, в общем, она прикольная, красивая. Площадка просто прекрасная. Я прям удивлен от этой площадки. Мне очень она нравится. Много удивительного. На открытие площадки спешили все, некоторые даже всем классом. Поиграть и повеселиться. Первоклассники пришли на праздник вместе со своим учителем. Очень замечательная площадка для детей. У детей море эмоций, им очень нравится музыка. То, с каким азартом они это все здесь открыли. И, конечно, площадка просто чудесная. Она на каждый возраст здесь.